от и до, просто от и до. У меня отец даже не знал о существовании этого магазина, пока я не приехала, хотя он от него в 100 метрах находится. Да, боже мой, как я хочу себе дом на колесах. Ну нет, я, конечно, не потяну себе там за миллионы, но такой вот немалый тоже. Мне уже 24. Мне уже 24. Спасибо, ребята, за комплименты и за подарочки. Спасибо, что я так сижу, мне правда уже ровно. Все, нет же. Да. Ротан. Ой, во все тяжкие вообще охрененно. Реально круто, я его смотрела, классно. Я тут смотрела недавно сериал «Грешница», не смотрел? Я люблю такие детективные тоже сериальчики. Он 10-серийный, поэтому я его и села смотреть, потому что он 10 серий. Вот, я его за одну ночь посмотрела, как раз когда в Челябинск. Ой, спасибо! «Области тьмы» я еще не начала смотреть, но я все хочу. Говорят, что сериал гораздо лучше, чем фильм. А смотрел «Черное зеркало»? Тоже классно. А еще смотрела по Кингу сериал «Королевский госпиталь». Он такой, ну, конечно, старые сериальчики, они такие. Ну, мне понравился, в принципе, как бы. Но он такой на любителя. Но музыка там классная, как мне. Ну, вообще, конечно, я люблю Кинга именно вот больше книжечки, потому что экранизации его не самые шикарные, ну, в большинстве, то есть не считая там «Сияние», ну, «Телекинез» так себе, хотя «Кэрри», вот «Кэрри» старая, 76-го года, классная, 2002 тоже классная, «Телекинез» новая, которая с этой... Ой, Леночка, спасибо, как вы зовут-то, бабу, я забываю, а? А, Хлоя Грейс Морец, вот. Thank you. Вот, с ней мне не очень понравилось, какой-то ненатуральный получился фильм. Вот, значит, не считая «Побег из Шоушенка», «Сияние», «Зеленая миля», «Мгла», «Оно», «Тайное окно», потом что еще можно? Ну, еще там несколько есть фильмецов. Остальные экранизации, они где-то на 4-5 баллов тянут. Вот там книжка у него гораздо...